Всем привет, и если вы смотрите видео, конечно, вы попали на канал Дрейфойера, и добро пожаловать в Сенкаймон квест. Обычный, да, сегодняшнее видео посвящено по большей части для тех, кто... у кого затруднения с обычным Сенкаймоном. Сегодня я покажу, кем можно и как легко проходится с 30 по 50 этажи. Вот, собственно. Еще одно видео длительностью час, скорее всего. Ну, посмотрим. Итак, предыдущие 29 этажей, я думаю, ни у кого затруднений не появились. Потому что это достаточно легко. Дальше уже начинается, да. Кстати говоря, вот новый Сенкаймон. Он дико сложный, но... я не знаю, смогу ли я его пройти. Самое главное, это вот этот пройти. Тут только KRX-20, а тут этот самый, как его там, Майюри новогодний, прям идеально подходит. И то им там... ну, нет, им там на самом деле легко проходит. Что я эту фигню несу? А так, ну, брат прошел за деда. Я, наверное, буду за Сайфон пробовать зеленую. Там нужен либо яд, либо огонь, потому что обязательно там, чтобы урон дикий был. Ладно, давайте мы начнем. 30 этаж обычного Сенкаймона, то что в новом там всего 25. И главная награда 5-звездный билет. Итак, мы видим Мили Ресистанс. Это ближняя защита. То есть все мобы имеют ближнюю защиту. Ой, мобы, простите, боссы. Все три босса имеют ближнюю защиту, киллер эффект X2, то есть у нас в 2 раза сильнее бьет по киллеру и в 5 раз сильнее по фракции. Получается у нас 540% урона. Еще раз для тех, кто не знает, как я это считаю. Affiliation, он всегда 100% урон. И если написано X5, значит в 5 раз умножать, то есть 100 на 5 будет 500. Киллер эффект, если по шинигами, то он всегда 20%. Если по капитанам, то 40%. В данном случае Рирук имеет 20% урона, поэтому X2 40. Поэтому получается 540. Есть еще по атрибуту, но атрибут всегда плюс 50. Либо минус 30, но будем смотреть по плюс 50. Поэтому плюс 50 и на пусть умножаем на 3, будет 150. Вот и все. Поэтому самый лучший выбор это идти самый... ну, короче, лучший выбор это брать того, кто по фракции. Вот. Ну и здесь у нас очень хорошо зайдет Рирука. Я эти этажи, наверное, уже 6-й раз, да? А, это уже 7-й Сенкаймон. И, видимо, уже 7-й раз я прохожу этот этаж за Рируку. Зеленая Рирука, сборка Strong Attack КДР. Вот. Можно и Strong Attack Damage, но я поставил. Раз я это прошел КДРом, то можете и вы тоже. Итак, давайте. А как видите, все очень легко. Вот. Третий прием бесполезно использовать по той причине, что он ближний. То есть, вот. Как видите, ближняя защита, пользы никакой от этого приема не было. Все, кенпачи даже с пультаном был бы бесполезным, потому что, ну, потому что это красный кен, у него буст. А буст у него просто... ну и ульта, конечно же. На последнем боссе ультуйте, и все. 30 этаж завершен. Награда получена. Кстати, что за награда там? 20 Сенкаймон медалей. Кстати, я не знаю, сколько медалей можно получить на новом Сенкаймоне. Ну-ка, 20, 40, 60. Мне кажется, 100. 120, а, неплохо, 120 медалек. Ну, окей. Итак, 31 этаж. Зеленый атрибут, желательно капитан и желательно убийца ранкаров. Кем я это проходил? Я это проходил за кенпачи, но давайте мы сделаем красиво, потому что теперь у меня есть капитан, зеленый убийца ранкаров. Да. И почему бы не попробовать ей, собственно? Я ей не пробовал, как видите, я всегда Кеном играл. Но теперь у меня есть Сайфон, и я могу попробовать пройти это ей. Если попробовать, я это пройду и без
без затруднений. А, давайте поставим ей КДР. Так, у нее 5. Ой, я думал, у нее уже 5-5-5. Это загнул, да? У нее 5-1-0. Ну и ладно. А, все, побежали. Гай. Короче, следующей неделе с банками будет на зеленые буду ходить, буду как черт ходить. Качать с iPhone 5-5-5. Я не буду 10-10-10, мне в этом нет нужды, она с 5-5-5 и так будет идеально. А, все. За Кена я бы еще проходил. Так, класс. Так. Ух. Давай, третий. Все, дальше улетай и все. 2.40, нормально. Да, она скачет, блин. По карте. Бум. Взорвали его к хренам собачьим. Старка. Типа волка к хренам собачьим там был. Ну, вы поняли, взорвали. Ну, че я все объясняю? Так, книга, порошок и сердце. Вот как можно брать. Можно и за Кенду Кена, если у вас нет, например, ее. А есть он. Итак, 32 этаж. Только шинигами. Только, ну, желательно красный. Убийцу Аранкаров. И можно капитана. В принципе, это Тошера. Все враги пустые. Вот вам, пожалуйста, сколько у нас процентов. Давайте посчитаем. Так, капитан Fashion X 300. Потом еще X2. Это 40. Так, 340. И плюс еще 100. 440% урона. Отлично. От изначального 440%. Как быстро загрузить. Ну, конечно, этому телефону не уже с НКМ сколько раз проходил. Это additional даты быть не может, в принципе. Ну, если только интернет не будет подводить. Но, к счастью, интернет работает бесподобно. Пока что, поэтому... вот. Так, любовь, кривоглазый. А, ультуем сразу, что нам тянуть? Мы одним ударом убьем всего. Ладно, не одним, четырьмя. Все. А, вот так, да. Можно и за Айзнет, кстати, пройти, но там от капитана Филэшн будет меньше, потому что он не капитан. Итак, самый сложный этаж для всех, у кого нету... Тот этаж... На котором необходим синий пустой. Потому что Hall of Affiliation Only и синий. Ну, тут проблем, в принципе, возникнуть не должно. Ну, я тут использовал Айзена. Или можно использовать... Давайте вот возьмем всех моих пустых, посмотрим. Ну вот, а синих у меня сколько? 2. Поэтому, да. А, то есть, либо Рок, либо Шинджи, либо вот он. Можно еще и Машера пройти это, но у меня ее нет, попробовать не могу. Поэтому я буду проходить Айзеном. Он убийца Эспады, а Рог убийца Ранкаров, поэтому Рогом проще, на самом-то деле. Ну, Рога я оставлю на всякий случай, потому что в прошлый раз был Сенкаймон, этот самый спешл Сенкаймон, который требовал, чтобы я прошел его за Рога. Поэтому-то я тут Айзеном играл. Ну, Айзеном неплохо вообще подходит. Прям даже хорошо, я бы сказал. Вот. Мобы не особо сильные. О, ёлки-палки. Ну, ладно, что тут. Перезаходить нет смысла. Во-первых, это первый этап. Во-вторых, это 33-й этаж. Не какой-то там топовый этаж. Это обычный 33-й. Топовые этажи, это уже 45+. Вот их надо быстрее, чем за минуту. Там будут тапы сильные, поэтому... Приношу свои извинения заранее. Так. Чуть живой? Кто обосрался, что ли? Айзен. Пузайзен. Давай, вали к демонов. Своих же. Я его завалю так. Отхилимся. Нам это не надо, но все равно. Так, как думаете, появится еще волна? Мне кажется, да, давайте проверим. Ну, конечно, кто бы сомневался. А вот именно она меня и убила этого. А, нет, там был стреляющий, все, да. Значит, мы их уже завалили. Ё-моё, ну, первым приемом очень легко можно наложить ослабление. Потому что он очень много хреначит. Много ударов делает. Все.
Следующий, кричит заведующий. Ты куда улетел? Вот это мне не нравится. Вот это надо фиксить, что ты можешь случайно вот использовал атаку и случайно сдвинулся с места, и все. И ты просрал весь урон. То есть всю свою атаку ты просто просрал. Ой, как же это долго, конечно, но... Я не знаю, пригодится ли мне еще раз рок на каких-нибудь... Там точно будут спешлы. Экстра не всегда, а тут еще и спешлы будут, так что... В принципе, это необходимо. Сохранить желательно такого персонажа, как рок. Ибо синих нормальных у меня, кроме Йорки и него, нет больше. А поскольку Айзен убийцы спады, убить Баргана было совершенно нетрудно. А, здесь получается у нас больше даже урон, да? А я не считал какой-то урон, да и не важно. Вот, если у вас нету каких-нибудь персов с витрин, вы можете пройти этот квест за обычного Сенкаймон Айзена. Пройдя предыдущий Сенкаймон и купив его. Итак, следующий этаж у нас... Обязательно дальником, потому что читать умеем. Мили Ресистанс. Ближняя защита. Майнд атрибут и киллер эффект X10. Почему я взял Улькиору? Потому что... Ну, потому что майнд атрибут мне этого вполне хватает, 100%. И босс тут пустой. То есть шинигами, так что будет несложно его завалить. Ну вот, а почему я здесь поставил его? У меня же Айзен есть, ну, в конце концов. Вот же. Все. Так же будет гораздо лучше. И стронг атак дэмэдж будет. И фулл стамин. Ну и 2 КДР. Или у нее первый был банкен там стоял. Я не помню уже нифига. Ну как видите, урон у него бляха мощный. Оу, факин дерьмо, я все просрал. Ладно, 20% просрал, 20% оставил. А так бы я просто 20% просрал и не оставил бы ничего. Вот так вот. Так что Сенкаймон Айзен — это крайне полезный линк. Поэтому, если вы впервые проходите Сенкаймоны, то обязательно первые 5 своих Сенкаймонов покупайте Айзенов. Тогда вы имеете возможность 100% получить с каждого по 75 орбов, нежели получить дубли с... Нет, ну новички-то вряд ли получат. Новички вряд ли пройдут вообще весь этаж. Все этажи. Новички — это те люди, которые не имеют достаточное количество персов для прохождения 50 этажей. И прокачанных линков, там, аксессуаров, чтобы все было проходимо. Вот, а тем, у кого все это есть, то париться нечем. Но если не хотите дублей, то покупайте Айзенов. А как только Айзен закончится, вот у меня последний Айзен остался. Вот этот Сенкаймон, я покупаю фиолетовый Айзен. И все, дальше у меня уже будут покупать... Если не введут нового персонажа, что очень сомнительно... то я буду покупать билетики. И буду в конце месяца с братом их открывать. Не знаю, как он, но я думаю, что я точно буду открывать билет. Вот, шестизвездный. Но в этом месяце потерпим. В этом месяце открываю... покупаю Айзена. Так, отлично. О, блокается перс. Captain Affiliation Only, Hard Attribute X2 и Killer Effect X5. Кем я проходил? Только не говори, что... Блин, ну... А, надо вспомнить, как я проходил в прошлый раз. Я не помню. Так. Как я проходил этот этаж в прошлый раз? В прошлый. Не в позапрошлый, а в прошлый. У меня есть видео, как я проходил, интересно. Ну-ка, погоди, у меня планшетик рядом. Я как найду сейчас. И вообще будет огонь. Я этим Камамурой постоянно прохожу. Почему? Потому что я не хочу тратить Толсона, который у меня появился. И не хочу тратить Гина, потому что, мало ли, ну... Один из этажей я пройду за Гина быстрее, чем за минуту. Чтобы... Ну, Гином я его прохожу идеально, поэтому я... Не запарюсь. Вот. А вот этаж с... Сам экстра этаж, я думаю, все-таки придется Толсону тащить. Все-таки Толсон — это прям супер-бомба. И обязательно надо его сохранить. Давайте я, короче, посмотрю и продолжу.
Короче, в прошлом месяце я не снимал, как я проходил Сенкаймон. Я только экстра-этажи записывал. Ну, в прошлом месяце у меня и с комбом проблемы были. Поэтому сейчас-то никаких проблем нет, это вообще. Это уж забыть надо. Так, ну это... Вот уже запоролся себе все. Ух! Вообще... Ой, простите, так дунул громко. Уже запорол себе все, понимаешь? Все, уже можно перезаходить, точнее... О, не, можно уже заново запускать. Я просрал столько урона в них. Не, это уже все, ребят. Это уже край. Это уже нельзя. Это уже не пройти. Надо, понимаешь, Йорку надо завалить так... Йорку надо завалить так, чтобы осталось 2 минуты на прохождение. То есть минуту на каждого тратить получается. Вот, ну, на Йорку это несложно потратить. Вот, ну, вот она уже и полетела. Или я полетел. Все, бежим. Давай, Камамура. На спринтере. О, вот от этого дьявола надо забегать. Ну, его надо добить так, чтобы потом отвести его в уголок. Там побить немножко, ультануть и все. Да почему ж ты не попал-то, ну, косой ты дебил, ну. Волчар позорный, елки-палки. Я же ненавижу этот этаж за то, что у меня нету... А кого бы мне вы посоветовали использовать? Давай. О! Одна хп, прикинь, осталась. Вот как думаете, он попадет? Мне кажется, попадет. Даже если я буду на спринтере. Не попал. Лашпед. Да ладно, я этот этаж первый раз, что ли, пройду? Хотя, знаешь, очень маловероятно, потому что я по времени не успею просто... этого... Воу. Урахару завалить. У меня минута есть, чтобы завалить Урахару. Минута, чтобы завалить эту Урахару. Приемами, без ульты. Вообще нельзя мазать. Ну, молодец. Уже себе запоролся. Да я еще изначально себе запорол тем, что... Оу, неплохо. Пока приемы в откате, можно и с руки похреначить. Оу, щет. Оу, повезло-то как. Да сука. Нет. Твоя ульта говно, чувак. Нет, да ладно, неужели не пройду? Ну придет заново вообще. Ой, бляха. Да как же ты мажешь-то? Ну ты косой вообще. Пипец, что с Камамурой происходит? Ты такой косой, бляха. Давай, чуть-чуть осталось. Чувак, чуть-чуть, давай. Ты сможешь. Только не мажь. С первого... Нифига скилл уже, а? Вот так вот. Если вы не хотите мучиться, то лучше этого не делать, поверьте, это надо уметь им проходить, потому что я это уже 7-й раз им прохожу, 7-й раз за вот это вот время существования этого Сенкаймона, как все разы, когда он появлялся, я всегда за Камамуру проходил. 36-й этаж за Уруру, вот в такой странной сбоке, ну-ка, оу, гибрид, над, КДР, фулл стамина, почему не Айзен-то, я не понимаю. Почему не Айзен? Айзен-то лучше. Неужели я так проходил? Так же намного лучше. Все, теперь отдельный фулл стамина Линк вообще не нужен. Только если он у самого перса, а не как Линк. Потому что как Линк уже Айзен все тащит. Хорошо у него третий прием в фулскрин. Ой, 50 этаж ненавижу, ей надо проходить. Ну, это будет сложно. Хотя с тремя айзами, я думаю, будет попроще. Хотя я и в над проходил, че я пургу несу. Там не в над надо.
А, вот. Кот, ну-ка уйди отсюда. Тебе еще минут... Еще минут 40 нельзя сюда заходить, наверное. Ой, подожди, а что я туплю-то? Это же босс. Это же босс, членосос. Я должен его ультой завалить. Так, о, десяточка орбов. Неплохо. Так. Текс. 37 этаж. Паралич, майн атрибут и Аранкара филейшн дэмэдж. Ну вот, пожалуйста. Урон от Аранкара. Почему такое-то все у тебя? Ну что ж ты делать-то будешь? Вот. А у кого СП больше? У нее. Вот и все. А он, блин. Какой? Почему Тенса Зангец? Почему не Зе... Ну видишь же, что Линк первого уровня. Ну почему не поставить того, кто будет бонус давать? Хоть какой-то. Ультиора будет крушить. Снегами. Все снегами пошли в жопу. А вообще вместо Банкена можно было Айзена поставить. Было бы еще проще проходить. Да и так просто, но было бы еще проще. Какая маленькая лужица, а? Вообще. Опасно. Ой, куда стреляешь? Враги-то вон. Ухо. Давай смотри, не тыкай больше. Не, подожди. Вот тут опасно ультой кидать, потому что сначала надо желательно стяжечку. А вот потом уже ульту. Потому что он ультой вроде не сразу. Ой, нет, сразу бы убил. Че-то я попутал. Кто там скребет, блин, за окном? Падла. Я обожаю Сенкаймоны, но я чую, буду их ненавидеть после того, как постараюсь пройти сложный новый. Итак, за Хичига мы начинаем. При лоу ХП. Да. Но у него самого лоу. И почему бы не достичь еще двух? И будет 90% урона. Надо, чтобы кто-нибудь меня... Вот, яда сейчас пострадаем. О! На, сразу че. На, скилл что-то хотел. На, и все. Просто 40 тысяч среди. Какое-нибудь такое видео вообще. Я такое мог наблюдать в синглплеере, разве что с под ослаблением с дебафами у чада по капитанам с Флури. Но это уже совсем другая история. Так, главное не попасть под удар. Сегодня мы должны без перезаходов постараться. Сегодня должны красиво пройти. Почему, когда я начинаю говорить о том, что мы должны пройти это без перезаходов, я тут же перезахожу? Как всегда, это необратимо. Это закон подлости, в конце-то концов. Тут по-другому и не скажешь. Как они вообще две атаки имеют, падлы. Тыкающая и... сокрушающая сверху вниз. Так нельзя. Обычным мобам даю выдавать две атаки целых. У меня-то четыре, ладно, но у него-то... У него-то одна должна быть, правильно? Как ты не попал с таким гигантским радиусом? И не попал. Хичига, ты меня расстраиваешь. Давай-ка убей-ка ее. Все. Взрыв. Бум. Изи. Класс. Ой, он залокался. Я и не знал, я забыл, что он локается тут. Все, дальше будут все локаться. Для тех, кто, может быть, по каким-то причинам... Не в курсе. А если вы... Так, стандартную мою сборочку. Если... Вот это моя...
стандартная ПВЕ-сборка для данга. Если вы еще не знаете, есть такие люди, я видел, которые не знают, облокаются ли персонажи с обычного Сенкаймона в новом. Вы знаете, если бы так было, это было бы крайне дебильное это самое решение. Потому что, ну сами подумайте, если бы у вас блокали все ваши персы, которые здесь, они блокались бы на новом Сенкаймоне, кем бы вы проходили новый, у вас бы вообще никого не осталось на прохождении. Так что это очень глупая идея была бы. Клабы не настолько дебилы, чтобы делать такую вот функцию. Вот, а тем временем мы проходим 38-й, да, или 39-й? А, 39-й, да. 39-й это за Донгая. Не, пошли в жопу. Пойдем с вами в жопу, а? Главное не попасть по нему. Не, Нео. Просто неуловимый. А черт тебя дери в жопу. Хотя раньше... Ё-моё, отряд, ё-моё. Куда в обход пошел? Всем обосрался. Еще один с ним там. Не, я так... Воу. А чего вы так мало бьете? Это я такой крутой, или вы так... Да это они так мало хреняют. Да хватит. Вы, блин, уроды. Ну-ка, жербесы, пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда. Вы что, имеете против Дангая что-то? Твари. Заильяпора. Как думаете, завалим его ультой? Сейчас проверим. Проверили. Мы его завалили. Красиво. Да. Именно это. Я не помню, что он говорит. Ну и неважно. 50 орбов уже у нас в кармане. О, мы можем открыть витринку. 250 орбов. А пойдем? А пойдем? А пойдем? А чё? Или... Не, Новый год. Да в жопу Новый год. Я хочу Ичига и Рирку. Ай, посмотрим. Да. Ну и в очко просрал эти орбы. Да и насрать вообще. Так. Чё я получу? О, три кэндала, неплохо. Да, вы чё, вы не заметили? Кто это там пропустил? Я только что открыл витрину. О-о-о, всё. 250 на степы просрал еще. Ну ладно, сейчас еще 250 наберем. Тут Сенкаймон может 500 орбов собрать. У меня было уже 75, по-моему. Так что вообще не проблема набрать еще 250. И открыть их еще раз. Только уже не сегодня. Потому что для этого надо пройти сложность Сенкаймон. А если я его не пройду, то будет очень плохо. Я вот что-то не понимаю, как вот этот проходить этаж. Замечудненько. И как? И как? И каку? Оу. Не, как тут не пойдет. Так, погоди. Как я убегал? Вот на него надо было потратить, вот точно бы выпал. Может, я через 50 на него потрачу, на Новый год. Да почему ж ты дурень-то, ну? Обосрай. Оп. Как? Как от тебя, тварь? Надо хп побольше. А чё утка тут забыла? Слышь, сука, ты чё тут забыла? Я всегда стоял вообще-то вот... В этом случае я поставлю лучше Хаори. И хп будет побольше. Чтоб не убил меня одним ударом, от удача охренел. Чёрт. Сороковой. Отлично. Ну, урон не поменялся практически. Ну,
Ну теперь то меня точно не убьет. А теперь, мне кажется, я и не попадусь. Что за говно-то? Ну почему все так работает? Так странно. Жесть, я вообще не понимаю этого рандома. Игра полностью на рандоме. Ну все, прям 100% рандома. Либо ты попадешься, либо нет. Все, прям. Вот тут действительно работает 50 на 50. А по-другому никак. Ну, стак вообще, дно ульта. Какая Арина, ты о чем? Стак. Поаккуратнее давай со словами. Так. Все, бежим. Ну а сейчас нет. Нет, я добью его. Я добью его так, чтобы не пришлось перезаходить. Потому что не хочу перезаходить, я хочу завалить его одной ультой. Просто понимаешь, он шанс шотнуть 5%. Это очень мало. Поэтому лучше вот так. Пять процентов это, ну, это больше, чем выпадение пятизвездного с обычной витрины. Ну, черт подери. На степах 8%. Это... У Нахана шотает в ПВП больше, чем шанс выпадения персов со степов. Это жесть какая-то. Так, о! Ты посмотри-ка. Ичига. 41 этаж, смотрите, дальняя защита. Обязательно идите ближником. Толсон здесь не вариант. Какой Толсон, вы о чем? По киллер-эффекту не смотрите. Это вот смотрите сами. Вот без киллер-эффекта. Посмотри, что он делает. Ну, ты посмотри, что он творит. Ну, просто монстр какой-то. Без киллер-эффекта, еще раз напоминаю. Киллер-эффект — это самый неприоритетный вариант. Кроме 15 этажа на ОСНКМ, потому что там он X20, и он там единственное условие, которое нужно выполнить в этом... Есть. Потому что там только киллер эффект X20, больше ничего там нет. Ну, зеленым, конечно же. Желательно идти все-таки. Ну, попробую за сайфон. Все-таки. Вот именно там, да, как я вам говорю, там очень. Там три босса, и они очень. Ну, они жирные, бляха, у них хп, там ляма 3, наверное. Вот, и надо им это самое. Им надо. Их надо ядом или. Этим самым. Повезло. Их надо ядом или этим самым, как его. Почему они бегают быстрее, чем я на спринтере лечу? Или надо этим самым. Господи, о чем я говорил? Опять забыл. Ну, ты отвлек меня, ну и Тора, я забыл, о чем я говорил. Где этот 15 этаж. Там главное яд или огонь, чтобы... дамажить по боссу очень сильно. Потому что у Сайфона он продленный дебафы. Этот яд и огонь с ульты. А у деда продленный огонь. То есть, в принципе, это очень хорошо. На 7 секунд после ульты и на 4 вроде после этого самого приемов. Атак. Итак, 42 этаж. Фриз, киллер эффект X5 и капитан Флэш X3. Собственно, пустые. Капитан у нас. Пойдем. Тащера. Буквально, тащера. Вот ты не выпал мне, тварь, блин, ненавижу тебя. Почему ты мне не выпал опять? Фу. А я надеялся, что сейчас, поорём с вами. Не в подушку, нет, не буду, я надалеко очень. Да. Вот эти вот ледяные осколки, они имеют самый маленький радиус поражения. Представляете, какой маленький радиус. Лужицы больше имеют. Заморозил. Там надо прям в сам кристалл вставать, чтобы заморозил. На. Бух. Блин, когда уже наконец добавят имбу с замедлением в ПВП? Вообще же было бы идеально. Потому что под замедлением ты ничего не можешь сделать. А замедление, между прочим, это дебаф, который не как огонь и яд. Они действуют долго.
То есть 5 секунд. То есть дебилитатор был бы не 2 секунды плюс, как на них, а 5. То есть, как на, ну, заморозке, например. То есть после ульты 10 секунд под замедлением был. Это вообще было классно. Прям супер. Потому что твой противник ни черта сделать не может. Просто ничего. Не добежать до ульты следующей. Ничего не сможет сделать. Просто лох. Так что я думаю, что вскоре должны добавить. Я думаю, кого-то из новеллы добавят с замедлением. А может и. Ну, по-любому из ТКВ кого-нибудь точно кого-нибудь добавят. Вон этого, например, как его? Ичибея из нулевого отряда. Вот он по-любас будет с замедлением. Вот чекайте, он будет с замедлением. И он будет тащить, он будет имба ПВП. Сильнее, чем я хоть. Хотя, на деле это не так. В смысле? В смысле? Ты чё без линка-то, Вася? Алло. Где твой линк? Куда ты потерял его? А, что такое, колит? Так. О, нет. От 100%. А от кого мне защититься-то? От деда, наверное. Потому что у вот этого чёрта у него ульта не на весь экран. А только вокруг него. В большой зоне, но все же вокруг него это... Старк также ультует. Не, у Старк все-таки поменьше родился. Хорошо, но не ультует, она вообще пиздуна. Ах ты тварюга! Рецу, блин. Буду тебя звать позорным именем Рецу. Ты не Ячер, ты Рецу, блин. Не Кенпачи, ты Рецу. Мада-мада, ты затрахал своим мада-мада. Да че ты своим мада-мада задолбал? О, вот это было плохо. А, да насрать. У меня вот здесь сервайл для деда остался как раз. А я тоже так умею, понял, да? Тоже мада-мада могу. Черт! Ладно, пробуем от деда забежать. Да как же ты так попадаешь-то, я не понимаю. А на шипы встанем, все, смерть. Ладно, от деда спасемся как-нибудь. Спасался 6 раз, спасусь еще раз. Соду Тейдука. Вот это опасно, на самом деле. Че ты режешь, Анди? Не, ну ради, что у тебя здоровый, алё. Кем? Фух. Вот что я вам говорю. У деда какая-то странная ульта вообще. Он не попадает ей вообще. Сейчас-то у нас нет с вами различий. Он может ультануть в любой момент. Фу! Не может он ультануть в любой момент. Мы его убили. Вот так вот Кенпачи убил 3 капитанов. Класс. О, я могу Улькиори Линк до 8 апнуть. Тут же вон эти десяточки падают постоянно. Так. Hollow Affiliation Damage X3, Mind Attribute Damage X2 и Killer Effect X5. Погнали. Берем белого Зангетсу и тащим. Погоди, у меня на печати стоит же не атака 30. Ты насрать, смотри, как он хреначит. А я это за Шинджи проходил, помните? Да, я этот этаж вообще за Шинджи хорошо проходит. Прям вот, если у вас есть Шинджи, все, а этот этаж ваш. Вы его затащите. Но у меня есть белый Зангетсу, и я им могу тоже затащить этот этаж. Если он понадобится в другом квесте, хотя вряд ли, потому что оба пустые, и так что нормально. О-о-о! Вот это ты даешь. Да. На. Вообще изи. Это настолько легко, что просто изи. Это very easy, ё-моё. Какой Nightmare?
Это изи. Найтмар, точнее даже не Найтмар, а Экстрим будет на новых этажах нового Санкаймона. Ну чё, белый занг... Вот чем плохо, вот чем этот хорош был. А знаешь, что мы сделаем? А мы вот так сделаем сейчас. Сейчас мы его вот так вот. Вот и все. Делов-то. 65 тысяч, блин, это мало очень. А, там двойной удар, все, понял. Ой. Какой Толсон, что ты несешь? Причем здесь Толсон вообще? Если кто-то в чате написал Толсон, то не обращайте внимания. Это я не вам. Так. Сунг-сунг. Всунг и высунг. Она Аранкар. Поэтому идем ей. Синяя Аранкар. Можно пойти... А синий Халибл. Можно пойти Ями, потому что он тоже убит Шинигами, и он синий. Конечно, он говно, но... Ульта у него будет мощная, это точно. Тоже у него бомбардмент есть. А все, у кого есть бомбардмент, они мощные. Ой, ты ничего творишь, да? Господи. Ты видел, что она сделала, да? Ни хрена сразу похуй снес. Ну, Сун-Сун, первый прием очень мощный, это я вам точно говорю. Ну ты посмотри сам. 86 тысяч, и он там до хрена ударов делает. Сун-Сун очень мощный, на самом деле. Ну только третий у него говно какое-то, на самом деле. Ну что это такое, ну? Хотя, знаешь, я передумал. Он очень крутой. Вот. Три выстрела плохо, когда они не сквозные. А так нормально. Вот и... А, ну тут можно и так. Потому что здесь никто не ультует. Потому что она бы себя отхилила, это было бы нечестно. Интересно, а если босс хилился, он бы как много себе восстановил? Все? До максимума прям. Ну, это было бы несложно тогда. Так, 46-й. О, все, ребят, этаж, который надо пройти быстрее, чем за минуту. Потому что сказано нам, что? Правильно, 46, 47, 48, 49, 50. Быстрее, чем за минуту, и мы получим по 5 орбов. И для этого я использую Юруичи. Ух, тут придется попотеть. Да, тут можно еще и за очень хорошо за Киораку пройти. Да. Ну, не знаю, сколько прям супер хорошо, но за Юрку тут прям вообще идеально. Она быстрая. Если бы еще вот так вот не... Вот так вот. Главное, что меня не ударили, потому что все-таки Синкаймон Айзен дает о себе знать. Все. Так. Отлично, все приемы откатаны. Бум! А это последняя волна, кстати. А, или нет? Да! Как ей стало легко проходиться, а? А у меня ни один их не прокачан. А я не буду и качать. А зачем? Ну, это вообще не дело. Я тут. Все. Tower of Forging. Кстати, следующий синком называется Tower of... Older? Олдер какой-то. А, Ордеалс. Я не знаю, что это значит. Экстра этажи будем проходить не сегодня. Ну, будет тоже, наверное, премьерка, но все-таки думаю... Нет, экстра этажи будут без премьерки, зачем? Вот новый Санкаймон, да. Когда я его пройду, тогда и выложу. Потому что сейчас его проходить не смогу. А может смогу, кто знает. Нет, сейчас им некогда. Так. Ща будем наблюдать лаги. Хотелось бы так думать. Нет, нифига не хотелось бы. Я ненавижу лаги. Да кто их любит? Ну чё, давай. Давай, Кирин 900 солнца, тащи. Бах. Бам. Не, стяжку я сейчас не буду взять. Там на следующем локе будет. На следующий. Вот нас сейчас столько мобов тут будет. О, да. Куда выскочил? Слышь? Куда выскочил? О, вот здесь надо стяжку. Да в жопу стяжку. Хотя, придется сейчас ее изданить. Почему? Надо пролежать. Ладно, в жопу еще раз перепройдем.
Че, сложно, что ли? Вообще ни капли. Вот это да. Глазу приятно, обоим глазам. На. Воу. Класс. Воу! Я и не заметил, что новая волна появилась. Так. Бух. Да вы последний, вас с руки не берет добить. Ну или первым приемом. Смотри, сейчас ты еще комбо набьем. Уже набили. Охренеть. Касай комбо сразу. Ну давай. Вот это он лупит, конечно. Все, давай. Ой, 14 секунд на то, чтобы убить босса. Вообще не сложно. Я даже ультану. И убью. Нему. Да. И, видать, так. Ой, следующий, по-моему, да? О, черт. Это он. Это он. А, ёлки-палки, я забыл. Я же Айзена проходил. Я просто вспомню, я Брокеном все пытался, или это Йоркой. А у меня же теперь Айзен есть. Я Айзеном это проходить могу за меньше, чем... А я смогу меньше, чем за минуту интерес пройти? Да, конечно, смогу, он одной ультой убьет сразу Гримджоу. Хотите быстрее, чем за минуту? Хватайте Айзена. Опять же, Сенкаймон Айзен, господи. Практически халявный персонаж. И посмотри, что он творит. Главное, конечно, отбежать подальше. Вот что надо сделать. А отбежать подальше. Не, в принципе, третий прием у него радиус большой, так что можно и... отвести ее в сторону и нормально. Как бы ничего сложного. Вот. Улькер плохо, что он ульту вперед кидает. Давай-ка сюда. В смысле? Да как она попадает, я не понимаю. Пройдем. Че вы думаете? Я пройду? Я это пройду, не волнуйтесь. Я это пройду. Не, если мы будем на улькеоре, я подохну, я перезайду. Потому что я не хочу. Не хочу. Ой, надо сразу, наверное, третий кинуть. Нет. Надо сначала отхил кинуть. На нее бы ослабление повесить. Не должна попасть. Не должна и не попала. Так, подождем, пока провиснет. Ну как провиснет? Она пока пройдет. Это вот это замедление дурацкое. Только не убей его, пожалуйста. Спасибо. Изи. Вообще. No problem. Никаких проблем. Вообще, смотри. Вот, пожалуйста. Сенкаймон Айзен. Без проблем. Никаких вообще проблем. И просто ульта. 500 тысяч. Да. Ну это Айзен. Чего вы хотели? Это... Айзен. Как что-то вообще еще думать. 49-й и 50-й, вот, пожалуйста. Итак. Да какой Толсон? Ну, с Гином. Я Гином хорошо этот этаж прохожу. Мне Толсон потом пригодится. Все, погнали. 1000 СП на Гине. Блин, был бы у меня такой Гин во времена первых ТКВ еще, когда они вышли. Вот тогда бы я в хэт-трик был. Потому что там у меня было плюс 200 СП, а здесь у меня плюс 1000 почти.
Да, тогда он выносил, но не так круто, как сейчас делает. Но сейчас уже другие времена, сейчас уже бах, время баха. А потом будет время ЧБ с замедлением. Блин, я не могу успокоиться. Я очень хочу, чтобы у него было замедление, он мне его помнит. Ну а кто бы не хотел себе такого перса? Бородатый, с кисточкой. Которая реролит там аксессуары. И была бы еще такая прикольная особенность, если бы когда он выпадал, с ним выпадала кисточка. Ну, одна, две там. Да и одной хватило бы. Ну, который реролит аксессуары. Че, убьем, как думаете? Почти. Кукуруга хумбарда. Ты куда ты побежал-то, тварь? У меня же ульта 5 уровня, ребят. 5 из 5 у Гина. Это прям... Вот, пожалуйста, говорит, типа, о, играть толстым, Гин, говно. Пожалуйста, быстрее, чем за минуту. Ни одного лин... А, нет, есть прокачанный. Да и насрать. 6 уровня, это немного. Все, 50-й. Ну чё? Уруру. Турурурурурум. Ух ты, смотри-ка, она не в чапе у меня. Окей. Я ничего не говорю. Я никогда не говорю, что в чапе я обязательно играю. Я говорю такой. Нет, я такой не говорю. Найдите мне этот момент, где я говорил об этом. Если я говорю, то ладно, окей. А не говорил, значит все. О! Вот это я сейчас просрал весь урон. Нормально. А что так с руки-то больно бьешь? Подожди. Ни хрена она по 60 тысяч лупит. А, ну правильно, тут же... Как там? Запутал слова. No affiliation damage x5. Киллер эффекты... Ну ладно, киллер эффект не работает. Вот этот козел нужен. Блин, я хочу его. Ну... Нет, надо все. Следующий я не буду степ открывать с НК. Степ не буду открывать, буду ей этот новогодний открывать. Пошел вон отсюда. Вот что вам точно скажу, так это ульта у него бьет пипец как далеко. Знаете почему? Потому что я им проходил эти баночки. Ну, конечно, с модом. А кто сейчас без мода проходит баночки? Так, руки. Да куда же ты стреляешь-то, алло? Валера. В смысле... О, беги ее нафиг оттуда. Давай быстрее размораживайся уже. И не попади по мне. Все, пока руки. Так, Ичига, я тебя же за 16 секунд победю. Я тебя победил, чувак. Ты думаешь, я тебя не победил? Я тебя победил. Взрослая Уруру одолела Ичига. Все. Yeah, all stages cleared. Все. Мы прошли 50 этажей. И открыли все экстра флурс. Давайте посмотрим, что они новые. Так, Эспада Майнд. Так, Улька. 100 пудов. Здесь у нас что, Холлоу? Только пустые. Ну, понимаете, тут прикол в чем? Любой пустой шинигами. Ну, кроме одного. Это так, зеленый пустой. Айзен! А, стоп, убийца ранкаров. Пустой убийца ранкаров. Зеленый пустой убийца ранкаров. Пустой. Пустой, господи. А тут а кто у меня? Подожди, а как это будет ходить-то? Ну, Айзеном, наверное. Ну да, как бы. Ну да, Soul Reaper Flashings 2, это нормально так. Без киллера, ну ладно. Давайте почитаем, смотри, Аранкар. Аранкар, ну тут наверняка этот бы подошел. Очень хорошо подошел бы этот самый, как его там. ТКВ Бьякуэ, подожди, смотри. А, и Ичига. Ичига идеально бы подошел сюда этот, ТКВ 3. Он бы так херачил с руки, это же вообще было бы. Но он и не выпал. Так, Soul Reaper Flashings 2, так, киллер... Так, подожди. Soul Reaper X2 200, а тут, допустим, по аранкарам, так, 20 на 5, 100, и 40 на 5, то 20 на 200. Ну, в принципе, было бы так же. То есть, получается, 400% от Бьяку, ни хрена себе. Ой, от Ичи. Все, так, подожди, а дальше что? Так, капитан, ближний капитан.
Вот эти вот штуки, вот эти вот ловушки, которые убирают от вас ульту и все эти приемы, она будет в новом Сенкаймоне. Подожди, а кто здесь? Мобы? Или боссы? Да, вот, видите, надо ломать этот самый. Чё? Мишка, икон? И все? А какой атрибут? А, синий. Чё? Я вообще ничего не понял. Класс. То есть с руки убить клона. Ну, клон-то это ладно, говно, у него ульта и яйцо. Так, ну тут пара... Power атрибут only? Чё? Вот это новинка, никогда не было только атрибут конкретный. А! Ну, блин, ребят, ну это изи, это просто изи, некуда, пустые. Еще и Killer Effect X10 и... А, No Affiliation. А, кто у меня No Affiliation? А у меня нет таких. А, нет, есть, но на обычном мире. Да, если нам это вообще изи будет. Наверное. Подожди. Кто у нас No Affiliation, красный, убийца пустых? А? Ну, или Шинигами? Ну, Шинигами-то есть, ладно, это он. Инь-янь. Ну, а пустых? Я не знаю, это пройду за Айзен, не вообще в рот монах. Все, Сенкаймон пройден. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте, следуйте по всем ссылкам, которые есть в описании. Не забывайте смотреть видео, которые будут показаны на ваших экранах. Может быть, будут показаны. Ну, в первое время не будет, а потом будут. И, конечно же, обязательно посмотрите плейлист с игрой. А, ну и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего видео. Всем удачи, всем пока. Увидимся в экстра и спешл этажах. Ну и, конечно, в новом Сенкаймоне.